30-летний водитель пострадал в результате ДТП на плотине Нижнекамской гидроэлектростанции. При въезде в набережные Челны фура протаранила легковушку, в которой ехала семья с маленьким ребенком. По рассказам очевидцев, машина заглохла на дороге, после чего в нее въехал большегруз. Пассажирка и двухлетний ребенок избежали серьезных травм, отделавшись ушибами. Водителя с многочисленными травмами доставили в больницу скорой медицинской помощи.